Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана. И специально для тебя экстренное включение, а именно, вышло новое глобальное обновление, ну как сказать глобальное, глобальное для меня, наконец-то, Мираж. Очень важную штуку поставили, обновили Мираж, да, дружище, и также обновили и кэш, и даст, скайбокс открыли, братан. Ну и плюс еще там некоторые фишечки, которые расскажу дальше в видео. Ну что, лайкусик, подписочка, колокольчик, и погнали смотреть. Блин, он втащил себя, бежал записывать видос. Ай, как болит. Самое сочное ставлю на концовку, а на сейчас давай изменения на трене. А на трене открыли скайбоксы с выхода зелени на апленд. Смотри, просто смотри. И ничего не мешает, граната летит, ты представляешь? Это такие дополнения к атаке просто на этой карте. Нереально круто. Ну давай оставим трейн. Студию, кстати, трогать не будем, на студии тоже некоторые изменения были. Кэш, по сути там ничего не такого, там добавили радар. Ну, добавили изменения в радаре. Некоторые, небольшие изменения в радаре. Поправили, наконец-то, цвета. То это зелень там уже напрягает. Ну, там тоже зелень все осталось. Но в некоторых моментах хоть наконец-то можно что-то разглядеть. Ну, и также стабильность карты тоже оптимизацию поправили. Это круто. Поэтому тоже кэш трогать особо не будем. Давай перейдем сейчас к дасту. Ты офигеешь. Там нереально годную тему сделали на бэкленду. Братан, я этого ждал, я верил, что это Valve сделают, и они сделали наконец-то. Просто красавчики. Нет, ну ты зацени, сейчас я тебе все покажу и расскажу. Не, пацаны, вы смотрите, крышу открыли. Нет, это просто имба какая-то, на самом деле. И так атака была на дасте дичайшая. А теперь еще вдобавок и открыли бэпленд. Ты посмотри, берешь, кидаешь, все, любую раскидку можно замутить, закрыть одно, второе окно. Если хорошенько прикинуть, вот, да, любые там, да, гранаты, например. Вот я сейчас сделал такую, а если, допустим, с движения вперед, к примеру, что мы увидим? То есть ты понимаешь, куда даже можно закинуть? Это такая имба. Слушай, Valve, я тебя начинаю обожать. Ну и что, приходим к самому сочному, вкусному и аппетитному, но перед этим расскажу тебе, что конкурс буквально через 2-3 дня уже лишь завершится. Первая ссылочка в описании, участвуй. Ну а мы погнали. Самая лично важная для меня тема, ты не поверишь, но я очень ждал, чтобы появилась наконец-то вот эта вот какая-нибудь подсадочка, скамеечка, где я могу в Солянова запрыгнуть. Так, еще разочек, первый раз все-таки. Соляну запрыгнуть и просто затащить, разорвать и раздербанить всех, кто есть. И, кстати, отсюда, понимаешь, тоже контролится все. Все говорили, Мираж на переработку идет, будет Коблстоун и так далее. Добавили все, что нужно. И, кстати, смотри, штуку здесь еще. Еще такую ступенечку тут добавили. Не знаю, зачем она на самом деле нужна. Может быть, хороший контроль. Да, в принципе, отсюда так все контролилось. Не знаю, зачем. Ну, так надо, значит. Так, и вот где-то вот здесь прострельчик сделали. Теперь можно прострелить как вот это место, так и, возможно, какие-то коробки вот здесь вот. В принципе, да. И также самое забавное, что отсюда ты можешь прострелить. Кстати, интересная идея. Задумка очень интересная. Ее можно реализовать. Как-нибудь надо будет проверить. Ну и еще добавили это. Эта крыша была, а вот здесь... Обычно раньше, лично я вот отсюда контролил, вот отсюда, видишь, досочку добавили. Ее раньше не было, и вот здесь вот можно было контролить шорт. Ну а теперь такого нельзя сделать. Также добавили, в консоли вписываешь определенную команду, она улучшает видимость как диффузов, так и бомбы. Также мне кажется, что в ближайшем будущем такими темпами мы увидим, как и всякие скины на диффуза. Почему нет? И скины на бомбу. Почему тоже нет? Ну, это, наверное, в далеком будущем. Скоро вообще сделают так все, как в Point Blank каком-нибудь будет или в Warface. Но пока довольствуемся тем, что сделали. Мне все нравится, в принципе. Ну что, как тебе обновление? Я считаю, это пушка просто. Если ты так же считаешь, напиши в комментариях, братан, это реально годнота, либо... Напиши в комментариях, что пошло не так. Может, какую-то фишку еще не дорассказал. Ну а что, я погнал. Напоминаю, это было экстренное включение. С тобой был Серега, Сайбербанана. Кстати, посмотри вот это годное видео. И скоро выйдет еще одно. Самое четкое, самое крутое. Поэтому подписывайся. Давай, пока-пока.